Guten Tag! Всех приветствую! Сегодня у нас будет на обзоре посылка утка, тактическая сумка. Поехали! Ого! Какие габариты данной сумки! Я удивлен, что сумка может быть такой хороший. Мечтал 4 года где-то такой купить. В Киев ездил с Харьковом. Проверял, смотрел, чтобы была именно вот такая большая сумка. С собой можно взять. Если в прошлую сумку помещался где-то литр воды, то в эту поместится уже 3 раза больше. На 12 литров. 22 сантиметра в высоту. Потом показываю сейчас высоту, да, ширину показываю. Как же она тут работает, вот. 14 сантиметров в ширину. И в глубину еще сантиметров 11 где-то. Получается, потайной карман у нас есть. Очень огромный. Сумка сделана очень качественно. То же самое полиэстер 600D, но пойдет. Иногда данный материал крепче, чем кордура 900D нейлон. Такая сумка. Не ожидал в размерах, что будет большая. Я могу взять рюкзак с собой один. Получается, у меня на 25 литров. И такая сумка 12 литров. Просто вот так на себе могу носить. И сколько в нее помещается. Одно отделение. Второе отделение. Огромное просто. Так куртки просто можно носить. Вовнутрь положил и все. Не нужно рюкзак сзади носить. Сразу сумка есть. В общем, размер удивляет. Сколько карманов тут. Еще и маленький плюс. Для таких мелкой фурнитуры. Вообще, прям сумка удивляет своими размерами. Очень большая. Вот так примерно выглядит. Показываю на спине. Все-таки должна сумка быть небольшая, и одна еще плюс, чтобы была в таких больших размерах. Можно вот так, можно так. Можно вообще на одно плечо вот так. Но помещается в сумку, я говорю, можно съездить на природу, даже в мини-путешествие с такой сумкой, потому что очень объемная, много карманов. Получается один основной, очень большой, а основной... Как бы основной раздел, в нем еще есть два уплотнителя, такие, которые его делят еще на два. И по сторонам, и внутри в центре. Получается вот. Получается, что тут 4 целых. Получается 4. Из всех, не вообще 5 отделений, а так 3 в центральном получается. Затягивать, стропы молли тоже, если что-то повесить. Но я не люблю, чтобы еще что-то висело. Очень большая вот такая фурнитурка. И можно также на левую сторону, на правую перемещать это все. Также очень много всего. Как можно смодифицировать данную сумку? Можно вот так боком чисто носить, вот. Открывается вот так, хоп, достали. Тюх.
Сумка очень тактическая и очень хорошая. Всем советую и рекомендую данную сумку. Вот. Размер удивляющий просто. Если гефällt deine Video, geben лайк und abonnieren in meinem Kanal. Dankeschön für dieses Video. Glück für alles Moment in deinem Leben.